Организаторами мероприятия выступили правком студентов Инженерно-технологической академии и Департамент внутренней политики Брянской области. Повысить свои навыки смогли больше полусотни молодых брянцев. Самые свежие знания им преподали в трех направлениях. Мы занимаемся фото-видеотворчеством уже на протяжении 15 лет. У нас большой проект «Ездим по России», освещаем все российские мероприятия. Писать тексты красиво, грамотно, вести репортажи, брать интервью, обрабатывать весь этот материал, работать с корреспондентами, работать видеооператорами, с фотографами. Вот все в общем. За что отвечает корреспондент? 21 век – это век видео. Видео очень популярно и очень классно смотреть эмоции с репортажей, классно создавать музыкальные клипы. И видео, оно очень ярко передает атмосферу мероприятий, жизни. Поэтому ребятам это в любом случае пригодится. В финале ребята представили свои работы и получили сертификаты участников. Светлана Дробкова, Алексей Рязанцев. События. Брянск.